Привет от Лены из Нидерландов! Хорошая жизнь построена на хороших отношениях. Вы с этим согласны? Я да. Я благодарна жизни за все, что она мне дает. За возможность сделать утреннюю зарядку, к примеру. Я рада, что у меня есть отвес сегодня утром. Благодарна за то, что сходила с мамочкой утром к подотерапевту, за моего Джоки, за завтрак. На завтрак у меня был кусочек сыра, половинка яблока и каша с молоком. Благодарна за то, что моя мамочка имеет возможность учить нидерландский язык. У нее только что закончился урок. Учила говорить. Скажи по-нидерландски что-нибудь. Супер бедант, Микки. Большое спасибо, Микки. Да. А сейчас беру вас вместе с собой в торговый центр, который расположен неподалеку от моего дома. Это небольшой торговый центр с несколькими супермаркетами и небольшими магазинчиками. Мне нужно купить овощи, поэтому идем в супермаркет. Как видите, клубника у нас по 5 евро. А вот дегустация новой продукции. Это приправа тайской кухни. Попробовала, вкусно. Так что купила себе эту приправу, а также купила овощей. Этих овощей мне хватит на неделю. Пришла домой и приготовила суп с фрикадельками. Рецепт выложу. Благодаря летней погоде обедать на улице просто удовольствие. И будем вкусно кушать. После обеда нужно растрясти жирок, поэтому я гуляю с Джоки. Иду и думаю, поставят мне лайк или нет за это видео. Это шутка, но в каждой шутке есть доля правды. Ставьте лайк, если хотите поддержать мой канал. А кто еще не подписался, то подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео. На ужин у меня была цветная капуста и тушеное мясо, которое я приготовила вчера. После ужина рисовали вместе с мамой водяные лилии. Я уже не боюсь рисовать. Знаю, что у меня когда-нибудь все получится. Ведь чем меньше бояться, тем больше появляется сил. И более насыщенной жизнью мы живем. Желаю вам насыщенной жизни!